От тактики лечения огнестрельных ранений черепа до врачебной этики. Таков спектр вопросов, которые планируют обсудить участники конференции нейрохирургов Центрального федерального округа. Она открылась в этот четверг в столице Верхневолжья. С некоторыми из ее участников пообщалась и наша съемочная группа. Конференция нейрохирургов ЦФО созывается ежегодно и не просто так. Округ самый густонаселенный в стране, как-никак, а 40 миллионов жителей. В каждом субъекте круглые сутки нарабатывается все новая практика проведения операций. Подобные форумы – отличная возможность поделиться знаниями. Ведь кто-то ушел вперед в нейроонкологии, кто-то в нейротравматологии. Причем вне зависимости, Москва это или Тверь. Имеющееся оборудование позволяет применять опыт коллег повсюду. В принципе, на местах оборудование близко по своему состоянию к тому, что имеется в Москве. И слава богу, несмотря на все трудности, которые существуют на стране, Минздрав и правительство делают все для того, чтобы наша медицина оснащалась современным, нужным оборудованием. Одной из проблем, обсуждаемых в ходе конференции, стало взаимодействие между разными специалистами. Ведь в Тверь приехали не только нейрохирурги, но и онкологи, неврологи и так далее. Поэтому очень важна слаженность работы. Качество оказания помощи и повышение безопасности пациента во многом определяется гармоничным взаимодействием между специалистами. Это первое. Второе. Мы обсуждаем проблему новых, так называемых, инновационных технологий. Ну и третья задача – мы должны познакомиться с работой отделения Центрального федерального округа, чтобы представить, на каком уровне мы сейчас находимся. Тверские нейрохирурги, кстати, выглядят очень достойно на фоне коллег по ЦФО. Именно наши принимали участие в образцово-показательных операциях, которые за два дня до конференции проводили ведущие специалисты Москвы. Так что если участники форума решат заглянуть в одну из тверских клиник, им будет что показать, так как опыт в Верхневолжье накоплен огромный. Мы в год оперируем порядка 70 аневризм. Мы занимаемся проблемой нейроонкологии. Порядка 70-80 опухолей регион оперирует. Мы проводим высокотехнологичные операции. Проводим оперативные вмешательства по реваскуляризации головного мозга. Еще одной важной проблемой является импортозамещение. И здесь нашим кулибинам от медицины есть чем похвастаться. Это касается систем нейронавигации операционных столов, моторных систем, микрохирургического инструментария и так далее. Причем много из таких разработок уже успешно применяется в отечественных операционных.